Автобусная забастовка. Водители сразу 10 пригородных маршрутов в Ярославском районе в минувшие выходные не вышли на работу. На этих рейсах работали сотрудники ростовского ТП. Водители перевели с городских маршрутов на межмуниципальные по причине возможного банкротства ростовского филиала. Как сообщили в ТП, за сотрудниками была сохранена заработная плата и все социальные гарантии. Однако, по словам самих водителей, они хотят работать исключительно на маршрутах Ростова и Ростовского района. Сейчас работа пригородных автобусов в Ярославском районе восстановлена и находится на контроле. Мы оперативно отреагировали на сложившийся форс-мажор. И на настоящий момент контролируем движение в полном объеме. Мы благодарны водителям Ярославского филиала АТП за то, что они оперативно, с ответственностью отнеслись к происходящему и срочно вышли в рейсы. От лица АТП приносим извинения жителям